Следующая тема у нас? И следующая тема у нас советское русское кино. Наше кино. О, вот так я могу. Вот так я могу танцевать. Маш, иди к нам. Мы выбрали очень хорошую картину «Раба любви». Ну, вот у нас номер о романе оператора, вот такого же, который сейчас нас снимает, с актрисой. Не просто с актрисой, а с звездой. Даже получается два. Два, тройка. Нога осталась впереди. Ой! Как же ты забываешь? Столько тренируешь и забываешь. Раз, на левую ножку. Блин, да что ж такое? Большой... Что большое? Большие шаги вперед в фигурном катании, понимаешь? Все замечательно. Вы такие молодцы, так хорошо тренируетесь. Сразу видно, у вас хороший иммунитет. Но не стоит расслабляться. Впереди финал. Так что не забывайте принимать иммунал. Не знаю, как это получится на самом деле. Но нам хотелось сохранить эпоху. И в костюме, и в поддержках. Вообще очень сложная программа. Друзья мои, замечательная тема. Давайте вместе получим удовольствие. Ругайте нас. Ругайте нас. На льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов! Катя и Леша после пятого этапа находятся в самой середине турнирной таблицы. И я думаю, что дела у них пойдут на лад. Позволю себе напомнить вам, уважаемые телезрители, что именно ваше голосование определяет лучшего тренера нашего сегодняшнего проекта. Ребят готовил к сегодняшнему дню Илья Авербух. А в гонке тренеров на первое место вышел Александр Жулин. Сказать, что люблю вас. Только подождите. Я готов ждать вас всегда. Хочется вместе со зрителями закричать ребятам «Браво!». Блестящее выступление, изумительный подбор и выполнение элементов. Паре практически все удалось. Я Катю и Сашу Стриженовых, Катю и ее мужа, знаю больше 10 лет. Я всегда считал, что в этой паре более романтичный Саша. Как я ошибался, как образ романтической героини Кате удается. Какие руки выразительные. Вообще, каждый жест отточен. Конечно, это и ее заслуга, и классная работа постановщика Ильи Авербуха. Но это производит неизгладимое впечатление. Здесь хочется хвалить и хвалить эту пару. Да, была одна помарочка, но
Но я надеюсь, что ее ни вы как следует не разглядели, ни наше строгое жюри. Очень хочется, чтобы Леша и Катя, Катя и Леша, после сегодняшнего выступления получили высокие оценки. Они это заслужили. Спасибо. Правда, молодец. Ну, как тебе со стороны? Все, что мы хотели. Вообще просто до дрожи. Потрясающе. Потрясающе. Не знаю, что такое, но потрясающе. Это что ты вот взяла, ты прикоснулась как бы к этой тряпке и поехала мимо нее, после мимо ткани. Мне очень понравилось. Просто видишь, что музыки нет, и решила не сходить. Не-не-не, все было настолько... Я сначала испугался, что слишком долго шарф одевали. Думаю, опаздывают. Но догнались. И главное, что не начала суетиться. Не начала гнаться. Потому что потом дожали. Дожали и дошли. Молодец. У меня прям до дрожи. Все Тихонов оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм! 6-0! Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Ну, я так рада. Джаник, первый вопрос у меня к тебе. Замечательный фильм Никиты Сергеевича Михалкова. Получилось ли у Ильи и у ребят, хотя... Судя по твоим оценкам, я вижу, что получилось перенести атмосферу этого фильма. Удивительно точно и тонко сделано все. Начиная от этого нежнейшего костюма, в котором катается Катя, заканчивая фантастической композицией с вентилятором и с этой развивающейся шалью. И знаете, что, мне кажется, вообще самое главное в нашем деле? Самое главное – это... Я неопытный член жюри, но в какой-то момент номера мне показалось, что они танцуют только для меня одного. И больше этого никто не видит, кроме меня. Спасибо вам огромное, ребятки. Просто фантастически. Огромное удовольствие. Татьяна Анатольевна, вы видели или видел только один Джаник? А мне показалось, что они танцуют друг для друга. И больше ни для кого. И за это 6-0. Им и Илюша. Прошу прощения, но я так тронут. Я очень хочу сказать об этом номере. Мало кто знает, Катенька, но я выдам твою маленькую тайну. Ведь Катя по первой профессии балерина. И я увидела и выворотность, и арабески, и аттитюды. И возможность сделать хорошие верховые поддержки. Но я знаю, что это легко делать на полу и очень трудно делать на льду. И, конечно, очаровательный Алексей Тихонов. Простите, Алексей, когда-то я на вас положила глаз. Но это чисто профессионально, когда вы танцевали с Анной Большовой. Потому что вы столь откровенно, актерски, не актерски, искренне, что будто бы просто влюблены сию секунду и так далее. И, конечно, удивительный, пронзительный музыка Артемьева. Потому что всякий раз, когда эта музыка записывается, у нас на вас в фильме, мы все приходили слушать. И когда маленький желтый трамвайчик уносил явно на погибель актрису, все рыдали. Первый Никита Михалков, и за ним мы все. И Мина Бланк, наши редакторши, и все-все-все. Так что мне кажется, что Илья здесь очень точно выразил вот эту удивительную ностальгию и тоску, и светлость. Спасибо вам огромное. Боже мой! Как вы катались! Спасибо вам огромное. Настя, Саша, спасибо за поддержку. Вот эту музыку Артемьева с голосом Лены Камбуровой, ну, забыть нельзя. Единственное, что мы сначала делали в конце номера фразу «Господа, вы звери», но взять из фильма ее не получилось, там очень много шумов. А записать, как Елена Соловей, сказать так я не смогла. Поэтому Илья в конце убрал, говорит, ты что, члены жюри решат, что это обращено к ним. Леш, сегодняшние 12 баллов тяжело давали, скажи? Тяжело, очень тяжело давали сегодняшние 12 баллов, но это было так интересно, это был поиск, это вот буквально до сегодняшнего утра был поиск, и в итоге и финал нашли, и все. Но я хочу сказать не об этом, я хочу сказать, что сегодня, сегодняшние 12 баллов, это полностью заслуга моей дорогой партнерши.
Катя, сегодня 12 баллов – это твои. И, конечно же, Илюшкины. А я рад, что очень вам помог в этом. Спасибо вам, ребята, за замечательное выступление. А теперь самое время отдохнуть и вознаградить себя стаканчиком сока. Моя семья.